Хорошая. Да, очень шокирована, потому что считала, ну, то есть близнецы или что-то такое, это вообще не про меня, потому что в семье ни у кого нету, и не было никогда таких случаев, поэтому как бы вообще даже не ожидала и не предполагала. Вчера торжественно сказали, что выделят квартиру. Я еще даже не представляю, как это будет, растить сразу столько детей одновременно.